Своей малой родимой жыхары вёски Несімкавічы Чачэцкага района ганарацца. Менавіта тут, дарэчы, нарадзіліся браты Дзюковы, якія падчас Вялікай Айчыны сталі героямі Савецкага Саюза. Іх бацька некалькі гадоў узначальваў мясцовую школу. Той будынак, праўда, не захаваўся, але традыцыі гасценнасці ў вёсцы падтрымліваюцца і сёння. Несімкавіцкая школа разлічана на 400 чалавек, але зараз тут вучыцца ўсяго 44 школьнікі. З 2011-га яна нават страціла статус сярэдняй і цяпер з'яўляецца базавай. Але, нягледзячы на невялікую колькасць вучняў і настаўнікаў, да свята тут рыхтаваліся вельмі адказна. На гэты раз у вясковай школе сустракалі гасцей з 6 раёнаў Гомельскай вобласці, а таксама Краснагорскага раёна Расіі і Краслаўскага краю Латвіі. У сувязі з чым назва акцыі «Нашы дзеці» набыла новае гучанне. Па сутнасці атрымалася міратворчая ёлка, на якой дети стали своеобразными послами миру. Прежде всего, это миротворческая работа, потому что сегодня в мире несколько неспокойно. Так вот, именно через детей мы будем укреплять и расширять дружбу. Но прежде всего между молодым поколением. Делегация Краславского краю Латвийской республики удел у акции «Наши дети» прямая у першиню. Кажут, что завсёды сябравали с суседями-белорусами и у свой час навод прямали активный удел у суместных святах каля монумента дружбы. А тому и запрошение на Гомельщину восприняли с радостью и хутко оформили все необходимые для поездки документы. На елку привезли песню про Росло на латышской мове. Причем выконывают ее дети, которые недрейно ведают белорусскую культуру. Во-первых, было предложено деткам, которые изучают белорусскую культуру. У нас есть школы национальных меньшинств, которые изучают разные культуры, в том числе белорусскую. Было много желающих, но возможности транспорта ограничены. Подчас проведения акции белорусы, дарэчы, гасцей со своей культурой знаёмілі таксама, дзеля чаго организовали экскурсию у школьный краязнаўчы музей. У экспозиции речи, якими некалі карысталіся продкі сучасных молодых несімкавічан. Прадстаўнікі Красногорскага району Бранской области России кажуть, что некоторые из таких экспонатов бачили у себе на родиме. До границы Российской Федерации от Несімкавіч усяго каля 40 километров, а тому у суседей у сапраўды шмат агульнага. Молодые россияне и на акцию «Наши дети» приехали перш за все, як на сустрічу з сябрамі. Дарэчы, у складзе расійскай дэлегацыі галоўным чынам дзеці з малазабяспечаных ці шматдзетных сем'яў. Когда побываешь здесь, ну, во всяком случае, на день точно забываешь о всех проблемах. И заряжайся вот этой вот теплом, вот этой любовью, вот этой вот желанием дружить и сделать другого человека счастливым. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Чачевский район.